онлайн-программа «Модернизация Казахстана», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте. У нас сегодня гость в студии Александр Васильевич Цуранков, заместитель прокурора Западно-Казахстанской области. И говорим мы сегодня о применении языка в правовой сфере и в правовом поле. Здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно мы с вами уже встречались и говорили о верховенстве закона, о реформах в правоохранительных органах. Сегодня мы говорим о применении языка. Насколько применяется он, как употребляется коллегами вашими, сотрудниками, прокурорами? Расскажите об этом. Ну, все мы прекрасно знаем, что в нашем Казахстане государственным языком, естественно, является казахский язык. Он применяется абсолютно во всех сферах, но в то же время Конституция определяет, наряду с государственным языком применяется русский язык, а также другие языки. Казахстан – многонациональная страна, конфессионная страна. Здесь переплетаются множество культур, языков, которые, для развития которых государство создает все необходимые условия. Все-таки, мне кажется, нужно исходить из того, что все, кто живет на территории нашей страны, в первую очередь обязаны знать, разговаривать, говорить на государственном языке. Это официальный язык, который, без которого невозможно полноценно, да, существовать в нашем государстве, в обществе, в плане, когда мы вступаем в гражданский процесс, гражданский оборот. Ну, каждый день, выходя на улицу, здороваясь с людьми, когда мы обращаемся в какие-то структуры государственные, в том числе заключая сделки, да, регистрируя какие-то вещи, в том числе обращаясь в правоохранительные органы за защитой своих прав, естественно, наиболее эффективным в данном случае является государственный язык. Мы знаем, что сегодня, по крайней мере, в правоохранительной сфере, если брать в целом масштабы республики, более 70% всех уголовных дел, материалов как раз-таки расследуются на казахском, на государственном языке. Но в то же время необходимо обратить внимание, что уголовно-процессуальный закон, кодекс предполагает заказчика. Заказчиком является лицо, которое вовлекается в орбиту уголовного преследования. Если подозреваемый, обвиняемый желает, чтобы уголовный процесс в отношении его велся на каком-то из языков, задача правоохранительных государственных органов обеспечить ему это право, в том числе предоставить переводчика. Получается, на практике фактически наши полицейские, прокуроры, судьи, они являются универсалами. Сегодня для нас практически не представляет никакой сложности вести уголовный процесс как на государственном, на казахском языке, на русском языке, языке межнационального, межконфессионального общения. Зачастую получается таким образом, что уголовные дела у нас происходят, получаются зеркальными. Что это значит, когда одна сторона, допустим, потерпевшая говорит на государственном языке, а виновная сторона на другом языке. Естественно, все материалы уголовных дел любого производства переводятся на два языка. У нас возникают также вопросы применения других, менее распространенных языков. Очень часто мы встречаемся, допустим, мы все прекрасно знаем, что в Казахстане очень развитые миграционные процессы, трудовая миграция с ближайших наших соседних стран, но и, естественно, привлекая их к уголовной, к административной ответственности, мы обязаны предоставить человеку переводчика. Но это, скажем так, такие языки, которые у нас редко распространены, в первую очередь стран наших, я повторюсь, соседей, узбекский язык, дагестанский, таджикский и так далее, в которых мы вынуждены работать. Не всегда эти люди понимают русский язык, допустим, если даже через него переводить какие-то вот вещи. Здесь тоже возникают определенные у нас вопросы, но они решаемы, преодолеваются за счет привлечения как раз-таки уже специалистов-переводчиков. Там, где наша правоохранительная система не способна самостоятельно обслужить население на двух-трех языках. Александр Васильевич, есть вот живые примеры, о которых мы недавно говорили, допустим, да, самые свежие, когда вот
вот эти коллизии именно применения языка, да, требуется перевод. Давайте приведем самый последний пример. Но я бы хотел, да, тоже привести два таких простых примера, когда все уголовное дело расследуется на государственном, на казахском языке. Но после того, как мы практически закончили расследование, сам подозреваемый, обвиняемый человек заявил просьбу перевести все уголовное дело с казахского на русский язык, потому что многие термины для него непонятны в плане там проведенных судебных экспертиз. Это специфические термины, связаны там с медицинскими какими-то показателями, с физическими свойствами предметов. Ну, естественно, в данном случае мы не можем отказать человеку, мы обеспечили перевод полностью уголовного дела на русский язык, и тогда, наверное, человеку легче ориентироваться в смысловой нагрузке тех процессов, которые происходят в рамках уголовного дела. Но, с другой стороны, мы также иногда сталкиваемся, но у нас тоже, скажем так, многие понятия, в каждом языке есть синонимы, антонимы, фразеологизмы и так далее. Для одного региона, допустим, значение одного слова будет различно от понимания человека, который проживает, допустим, там в городе, в селе, в центральном Казахстане, на западе или востоке. Такой же пример у нас был и буквально в Уральске совсем недавно по одному уголовному делу, уже рассмотренному в суде, о дорожно-транспортном происшествии. Все полностью уголовное дело было на государственном, на казахском языке. Но и основной свидетель, когда показывал, что потерпевшие стояли у дороги, то есть на обочине, рядом с дорогой, то в буквальном понимании и переводе, он закладывал смысл так, то в буквальном переводе оказалось, что якобы они были на дороге, то есть на самом полотне. И здесь тоже возникали трудности, необходимости уточнения вот этих вот терминов, понятий, что же он все-таки, где же они на самом деле находились. Человек говорит, они находились вот здесь, и при этом говорит, что словами не рядом с дорогой, а посередине. То есть тоже есть такие у нас моменты, но я думаю, это больше не проблема, а это, скорее всего, необходимость понимания, понимать друг друга, необходимость все-таки приведения каких-то терминов, стандартов к единому значению, которое, чтобы завтра не было, у нас не возникало, скажем так, разночтений даже на уровне одного языка. Мы сами прекрасно понимаем, что и даже элементарные переводы, да, буквально слов, они не передают смысл и значение. Поэтому возникают даже иногда вопросы. Читаем мы, допустим, текст на государственном языке, потом смотрим его перевод на русский язык. Это не дословный перевод, это смысловой перевод. То же самое и наоборот, когда к нам обращаются люди на русском или другом языке, то же самое английский язык. Очень часто приходят какие-то документы из-за рубежа, которые необходимо тоже рассматривать. Буквальный перевод нам практически не дает понимания всех вопросов, которые задаются в этом документе. И в данном случае, конечно же, мы вынуждены обращаться к непосредственно даже не к переводчику, а к носителю языка, который может нам перевести именно смысловое значение тех вот оборотов, слов, предложений, вопросов, которые задаются в этом документе. Вопрос действительно, и сам процесс трудоемкий, потому что бывает, как вы говорите, когда подозреваемый, допустим, не владеет тем или иным языком, все уголовное дело, вот эти тома, они все переводятся, да? Конечно, да. И важно, конечно же, как вы сказали, смысл передать, значение, чтобы не было никаких искажений, потому что решается судьба человека. Насколько все-таки сложно и насколько ответственно вот это дело, вот этот перевод, разъяснение? Ну, мы знаем из процесса, что каждый специалист, который привлекается для помощи правоохранительной структуре, переводчик в том числе относится к таким специалистам, они, естественно, предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного перевода текстов. Но на сегодняшний момент у нас таких примеров нету. Вопросов о
неточностей, тем более умышленно, да, искажений каких-то текстов у нас не возникает. Но это опять-таки, я думаю, что связано с тем, что у нас в Казахстане практически уже сегодня существует двуязычие, поэтому когда даже стороны в присутствии переводчика производят какие-то, скажем так, очная ставка происходит, да, на разных языках, то и та, и другая сторона буквально может понять, о чем говорит оппонент, и даже поправить иной раз переводчика, что не совсем точно. Мы, кстати говоря, достаточно часто встречаемся с такими же казусами на самом высоком уровне, когда мы видим саммиты, происходят диалоги с президентами, которые, ну, большинство из них владеют языками, и они тоже поправляют своих переводчиков о том, что я не это хотел сказать. Поэтому все мы люди, все мы не, скажем так, не застрахованы от каких-то вот фонетических, скажем так, ошибок. И в данном случае они, скажем так, легко устраняются, снимаются. Проблем с этим тоже практически у нас нет. Касательно людей, Александр Васильевич, вот действительно должны быть специалисты, как вы говорите, работники, которые должны владеть двумя языками. Многие из них уже владеют, да, совершенствуют свои языковые навыки. Но давайте не будем далеко ходить. Поговорим о вас как раз. Вы сами изучаете казахский язык. Стараетесь, расскажите об этом. Ну, естественно, это интересно всегда, всегда знать язык, понимать культуру. Но мне повезло, я вырос в Джамбуле, в городе Таразе, закончил там школу, естественно. Я был, вращался в этой языковой среде. И когда уже вступая в профессиональную деятельность, действительно, у нас сегодня предоставлены все возможности для изучения любого языка. У нас даже в прокуратуре регулярно 2 раза в неделю проводятся занятия с профессиональным, скажем так, педагогом. Есть, естественно, группы, которые углубленного изучения, начальная группа, те, которые продолжают изучать государственный язык. Как мы уже говорили, это связано с определенными специфическими юридическими терминами, терминологиями, которые тоже необходимо каждый раз не просто знать, но и использовать, потому что со временем они забываются даже для носителей языка. Ну, действительно, я сам в свободное время, когда есть минутка, уделяю этому время. В планах привлечь уже репетитора непосредственно, потому что я реально понимаю, это необходимость. Но на сегодняшний момент уровень моего знания языка позволяет мне достаточно понимать тексты тех же самых документов, бумаг, процессуальных документов, ключевых, которые сталкиваемся каждый день. Это, естественно, санкционирование каких-то вещей, поддержание ходатайств следователей о мере пресечения. Естественно, без понимания того, что там написано, естественно, очень сложно принять процессуальное решение. Конечно же, будет очень полезное вовлечение в языковую среду. Поэтому даже своих коллег я прошу иногда в элементарных вещах, как говорится, общаться на государственном языке. Ну, к коллегам мы еще вернемся. Я знаю, что члены вашей семьи тоже изучают казахский язык, да? И весьма в этом успешно. Но, конечно же, сегодня дети с 1 класса государства и глава страны, президент, ведя курс на троязычие, с первых дней школы изучают русский язык, казахский язык, английский язык. Но волей-неволей, когда приходишь домой и делаешь уроки с детьми, естественно, на начальном этапе я подсказывал своему сыну какие-то вещи, что такое холодно, что такое жарко, допустим. Суык, это тут холодно, да, ему объясняешь даже вот восприятие человека, как это жилы, значит, это там вот тепло, холодно, вот такие элементарные вещи. Но сегодня он уже в 5 классе, и он уже мне подсказывает, папа, ты что? Естественно, тоже дома нанимаются репетиторы. Мы все-таки считаем себя гражданами Казахстана, патриотами настоящими, поэтому знание языков – это
скажем так, не только вынужденная необходимость, это очень интересное само по себе процесс и занятие. Это понимание духа тех, скажем так, людей, с которыми мы каждый день живем, работаем, дружим, общаемся в этом направлении. Ну, теперь поговорим о ваших коллегах, которые также владеют двумя языками. Кто-то изучает дополнительно, наверное, и английский тоже. Расскажите о том, как вы общаетесь с коллегами. Вот на каком языке предпочитаете общаться? Проводится ли у вас мероприятие, посвященное национальным праздникам? Ну, естественно, не без этого. Буквально в прошлом месяце в прокуратуре области прошел конкурс под названием «Слова Абая», на котором выступали, естественно, чтецы, его слова назидания, поэтические какие-то произведения звучали тоже в этом конкурсе. Естественно, предпочтение отдавалось тем, кто, не владея государственным языком в достаточной мере, был способен выражать свои мысли, эмоции на государственном языке. Но, конечно же, мы никуда не уходим от того, что даже в бытовом общении, да, с коллегами, соседями, с товарищами, мы переходим и на государственный язык, но элементарные вещи, да, мы говорим, что-то попросить, что-то пожелать, это, как говорится, ну, у нас с детства, как говорим, поэтому проблем в данном случае нету, это наоборот, мы подпитываем друг друга знанием. Естественно, я помогаю своим коллегам в каких-то там в оборотах на русском языке. Мне в ту же очередь подсказывают, как же это понимать на казахском, на государственном. У нас есть достаточно продвинутые ребята, в основном это молодое, новое поколение, новая волна, которая сегодня приходит с институтов. Естественно, они уже знают уже три языка. Поэтому у них нету проблем получать информацию из доступных источников на английском языке. Сегодня один из сотрудников, благодаря этому знанию языка, проходит стажировку за рубежом, перенимает опыт Соединенных Штатов Америки как раз-таки в сфере проектного управления социальными программами, противодействия преступности, моделирования совершение преступлений, то, что нам как раз-таки сегодня очень пригодится в плане модернизации и 100 шагов плана нации. Действительно, знание языка, как вы говорите, вот пример даже вашего коллеги, он только расширяет границы. Конечно. И очень помогает в работе. Конечно. Ну, на самом деле, вот язык, хотя и применяется и в полной мере в правоохранительных органах, в судебной системе, в других сферах, да, в экономике, в искусстве, культуре. Но президент неустанно говорит о том, что от нас самих, от каждого из нас зависит то, как будет применяться язык, да, насколько широко он будет применяться. Вот в вашей сфере именно, в правоохранительных органах, да, насколько все-таки почетен и уважаем в первую очередь государственный язык? Но мы с этого начали сегодняшний разговор. Надо исходить из того, что это изначально это государственный язык, это изначально язык, на котором ведется не только дело производства, но и судопроизводство. Это тоже немаловажно. На сегодняшний момент практически вся полностью переписка между государственными правоохранительными органами происходит на государственном языке. Исключение как раз-таки это те уголовные дела, которые расследуются на русском или другом языке с предоставлением переводчика. Здесь, конечно же, для соблюдения прав самих людей, как так, дело производства идет на русском языке. Но все остальное, это, естественно, скажем так, 100% это язык, который определен Конституцией, главой государства. Но все мы знаем, что сегодня также рассматривается вопрос о переходе на латиницу, на латинский алфавит. Тоже к этому нужно быть готовым. Я думаю, что все-таки то новое поколение, которое, скажем так, изначально закладывается в них триязычие, им будет гораздо легче
перейти, адаптироваться к этим условиям. Мы знаем прекрасно, что кто как не дети лучше всех обучается. Но на нашем же уровне, конечно, это не отстать. Для нас нужно знать в первую очередь, а во-вторых, конечно же, и поддерживать достаточный уровень владения основными языками. Это, конечно же, казахский, русский и английский язык. Действительно, нужно идти в ногу со временем, как вы сказали. И то, что сейчас переходим на латиницу, это важнейшая языковая реформа тоже происходит. И она коснется, конечно же, всех отраслей и сфер. Вот насколько вы готовы к этому, к тому, чтобы применять латиницу в судопроизводстве, вот, например, в уголовных процессах, гражданских процессах? Есть ли готовность вот именно органов прокуратуры к этому, к переходу, знаете, на латиницу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Все же зависит индивидуально от каждого человека, насколько он будет легко адаптируем к новым условиям. Но я думаю, что все-таки это должно быть поэтапно, и это должно начинаться не раз и все, переходим. Это все-таки, мы все помним, да, 70 лет СССР, когда языки постепенно утрачивали свою, да, вот какую-то распространенность, значимость, в том числе всех большинства народов, да, которые входили в этот блок. Но, естественно, не меньшее времени потребуется для того, чтобы не только восстановить, но и в последующем перейти. Ну, это мое сугубо личное мнение. Так, конечно же, в рамках реформы есть определенные планы по этапному внедрению, перехода к этому. Я думаю, что после того, как они будут озвучены, все, естественно, будут переходить на работу в новых условиях, в новом режиме. И это должно быть в первую очередь, конечно же, направлено на улучшение, да, и исключение каких-то там возможных казусов, в том же самом понятийных каких-то вещах, аппаратах. Уже на этой стадии должны закладываться, как говорится, да, основные ключевые позиции для того, чтобы обеспечить как бытовой уровень владения языком, так и специфический. Ну, в нашем сфере это, конечно же, юридические термины правоохранительных органов. Ну, действительно, нет сомнений в том, что подготовка все-таки ведется и в ваших органах, и в других организациях, потому что процесс неизбежный, конечно, но поэтапный. Действительно, вот и законодательные акты, новые законы, они будут применяться и приниматься тоже с применением латиницы. А вот в целом, если говорить о защите конституционных прав граждан, да, праве выбора языка, законе о языках, были какие-то обращения к вам по части нарушения вот именно языковых прав граждан? Ну, конечно, не без этого. У нас есть один такой пример, когда человек обратился в один из правоохранительных органов на русском языке, ему дали ответ на государственном языке, на казахском, и он в последующем, значит, потратил свои деньги на переводчика, конечно же. А в данном случае он имел полное право на возмещение этих ущерб, потому что закон о языках, закон об обращении граждан, да и другие процессуальные законодательные акты, кодексы, они предполагают в первую очередь соблюдение прав каждого человека, независимо от его национальности, от языка, на котором разговаривают. Мы должны, конечно же, учитывать в первую очередь это. И те основные принципы, которые уже сегодня заложены в Конституции, которые заложены в других нормативных актах, законных актах, они, конечно же, соответствуют этому духу, когда каждый человек имеет право на выбор языка общения, языка обращения в государственные правоохранительные органы, в том числе и языка уголовного судопроизводства. Александр Васильевич, конечно же, есть и такое понятие, как свобода выбора, а есть еще такое понятие, как обязанность, да, права и обязанность граждан. Все-таки мы обязаны знать свой родной язык, государственный язык, да, и соблюдать при этом, как вот нам президент дал широкие действительно возможности этносам, да, чтобы они сохраняли свой язык, свои традиции, изучали государственный. В полной мере все-таки это обязанность каждого гражданина знать язык. Я думаю, это
моральная обязанность, моральная ответственность каждого человека, каждого патриота, тот, кто любит свою страну, независимо от того, где бы он ни был, что бы он ни делал. Это, естественно, это наши традиции, это наши корни, это наш, скажем так, объединяющий фактор, который позволит нам друг друга еще больше понимать, уважать, жить и развиваться. Но в вашей системе, вот вашим коллегам, какая помощь оказывается по изучению языков? Может, какие-то курсы языковые проводятся? Как я уже сказал, конечно, два раза в неделю происходят занятия с профессиональным тренером, педагогом, который преподает как начинающим группам, так и продолжающим, и специфику профессии. Также там обсуждается практически, но никто не ограничивает человека в возможности самосовершенствования. Я сам иной раз заглядываю в словарь специфических терминов, которые мне по работе нужны. Если, конечно, основной текст, он воспринимается достаточно легко, ну, для меня на государственном, на английском языке, то есть определенные моменты, которые вынуждают не только меня, да и тех моих коллег, которые в совершенстве владеют государственным языком, каждый раз обращаться как раз-таки вот к терминологии юридической, технической, специфической, скажем так, вот этим познаниям, когда есть необходимость в каких-то исследованиях, экспертизах, их изучении и даче правовой оценки. Поэтому, как я уже говорил, сегодня государством, каждым органом в отдельности занимается повышением уровня владения языков. Все делается, да, необходимо? Конечно. Ну, касательно вот терминов, литературы, словарей разных, справочников, литературы достаточно профессиональной? Или хотелось бы больше? Вы знаете, они каждый раз обновляются, выпускаются новые словари. Над этим, естественно, занимается целое научное сообщество. Словарь – это не просто набор, скажем так, слов. Он должен быть утвержден, согласован на государственном уровне для того, чтобы те термины, которые там используются, применялись в повседневной жизни и понимались всеми однозначно и одинаково. Вы говорили, Александр Васильевич, о том, что профессионалы обучают ваших сотрудников, коллег, самостоятельно вы тоже изучаете язык. А какой метод вы предпочитаете при изучении? Потому что сейчас цифровые технологии действительно широко развиты, применяются. Интернет, онлайн-курсы, какие-то традиционные учебники. Что вы сами предпочитаете? Вы знаете, конечно же, когда преподает человек, тогда восприятие немножко другое, но в то же время язык в первую очередь это самостоятельный труд, это в первую очередь понимание, восприятие вот тех терминов не на уровне перевода, а на уровне, скажем так, вербального такого, да, вот, общения, понимания. Поэтому я для себя использую несколько направлений. Это как преподавание, непосредственно работа с педагогом, с репетитором, так и буквально переводы текстов. Ну, как-то я прочитал в одной из газет о том, что мужчина, значит, взявшись просто за газету, начал переводить и так изучил язык. Я думаю, что это тоже один из способов. Ну, конечно же, комплекс должен быть происходить. Это и вовлечение в среду, языковую среду, это и самообразование, и помощь, конечно же, профессионалов в этом. То есть все доступные методики должны использоваться? Ну, конечно. А языковая среда вот в вашем коллективе, в вашей сфере, она хорошо развита? Достаточно хорошо развита, да. Но, опять-таки, возвращаясь к вопросу, то, что все практически документы внутреннего пользования, они все имеют перевод, конечно же, на русский, но в то же первоисточник – это государственный язык, это протокола, это переписка, это письма. Еще раз повторюсь, основной заказчик – это люди. Мы сталкиваемся как раз-таки с этими вопросами уже на уровне
уголовных дел, материалов. И здесь, конечно, варьируется от того, если у нас идет обсуждение дел, которые ведутся на русском языке, естественно, мы обсуждаем на русском. Если на государственном языке, то понимание происходит как раз-таки на уровне государственного языка. То есть зависит еще и от языка запроса, да? Конечно. Самого гражданина? Конечно. Вы правильно сказали, чтобы понимать вот весь процесс, законы, законодательные акты. Тоже нужно, конечно, владеть языком, вникать в него. А что вы пожелаете более молодым сотрудникам, своим коллегам касательно изучения языка? Ну, какие рекомендации, может быть? Мы знаем прекрасно, что если человек не развивается, да, он отстает от времени, отстает от своих коллег, собратьев, от других людей, которые идут вперед, развиваются. Поэтому, конечно же, нужно учить языки, читайте книги. Каждый раз, узнавая что-то новое, мы делаем не только лучшим себя, но и среду вокруг нас. Поэтому это будет только помогать нам делать нашу жизнь, наше общество еще более открытым, терпимым друг к другу, ну, естественно, более высококультурно развитым. Ну, право совершенно. Спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Действительно, язык – это не только веление времени, но и язык повседневного общения, профессиональный, деловой язык, язык общения с другими странами, с друзьями. Действительно, и круг должен расширяться все-таки. Применение языка внедрен, он уже давно государственный язык. Еще, как президент призывает, нужно учить и другие языки. Политика трехязычия сейчас развивается тоже в школах, в детсадах, в организациях. Я тоже желаю вам, чтобы язык вы изучили, естественно, настолько, чтобы могли говорить на нем в совершенстве, все законы без перевода, чтобы вы понимали друг друга в самом широком смысле этого слова. Не просто буквальный перевод применялся в организациях, но и большое понятие друг друга, весь смысловой тоже, чтобы он весь применялся. А для этого, конечно же, нужно постоянно работать над собой, совершенствовать себя. Вы согласны с этим, что не нужно останавливаться? Да, абсолютно с вами согласен. Даже в данном случае могу сказать Коп Рахмет ССГ за приглашение, за интересный диалог. Мы, надеюсь, следующая наша встреча мы сможем поговорить уже на... Да, уже на казахском. Несомненно. С вами была программа «Модернизация Казахстана», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. А говорили мы сегодня о применении языка в правоохранительных органах, в других сферах, о том, какие методики предпочитать, как изучают его другие граждане, и о том, насколько важно все-таки знать язык. А у нас в гостях в студии был Александр Васильевич Цуранков, заместитель прокурора Западно-Казахстанской области. Спасибо. Рахмет.